Всех приветствую! В этом видео поговорим о том, что известно о планах строительства в Хабаровске новой ТЭЦ. Российская компания «Русгидро» в 2021 году приступает к строительству ТЭЦ-4 в Хабаровске, которая заменит действующую ТЭЦ-1, обеспечивающую теплом и электричеством несколько районов города и построенную еще в 1954 году, то есть 66 лет назад. В 2020 году «Русгидро» разработала проектную документацию для новой ТЭЦ, которая получила положительную экспертизу. До конца первого квартала 2021 года должна быть принята строительная смета, после чего «Русгидро» приступит к строительству самого объекта. Завершить строительство ТЭЦ-4 планируется до 2025 года. ТЭЦ будет возведена на участке, на котором сейчас расположена ТЭЦ-1, поэтому вся необходимая инфраструктура для ее ввода имеется. Мощности новой тепловой электростанции позволят снабжать энергией индустриальный район Хабаровска и новые микрорайоны, которые в будущем построят в его окрестностях. Стоимость строительства новой ТЭЦ составит 40 миллиардов рублей. Деньги на строительство выделены федеральным бюджетом. Достоинством новой ТЭЦ станет ее эффективность. На ТЭЦ-4 установят мощное современное оборудование российского производства. Спуском новой станции у Хабаровска появится большой задел. Тепла и электричества хватит для строительства десятков новых микрорайонов. Установленная электрическая мощность в будущей ТЭЦ составит 328 мегаватт. Тепловая мощность 1374 килокалории в час. Проектная среднегодовая выработка электроэнергии составит более 1,5 миллиарда киловатт в час. По электрической мощности это примерно 20% от максимальной нагрузки всего Хабаровского края, а по тепловой мощности около 65% среднего уровня потребления тепловой энергии городом Хабаровск. На ТЭЦ установятся 4 газотурбинные установки с котлами-утилизаторами и 5 водогрейных котлов. Использование газотурбинных установок значительно повысит маневренные возможности станции, позволив ей гибко реагировать на изменения энергопотребления в энергосистеме. Новая ТЭЦ будет работать на природном газе, тогда как действующая работала на угле, из-за чего многие жители Хабаровска жаловались на повышенное содержание угольной пыли в атмосфере. Вот в эксплуатацию новой электростанции, работающей на газе, должен положительно сказаться на экологии индустриального района. В частности, будут исключены выбросы золы, необходимость ее хранения в золоотвале, а также в несколько раз должны снизиться выбросы азота и серы. После завершения строительства новой теплоэлектроцентрали, старая ТЭЦ будет выведена из эксплуатации и демонтирована. Хабаровская ТЭЦ-4 – один из 4 проектов, запланированных «Русгидро» в рамках реализации государственной программы модернизации тепловой энергетики России, обеспечивающей окупаемость инвестиций в строительство и модернизацию электростанций. Кроме Хабаровской ТЭЦ-4 будут построены Артемовская ТЭЦ-2, Владивостокская ТЭЦ-2 в Приморском крае, а также возведена вторая очередь Якутской ГРЭС-2.